cari spettatori, amici del varietà, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma, venuto direttamente dal Cairo, la famosissima Lolita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paul Silvestri. Prego, maestro, a lei. Приветствую. По большому счету, опять же, коммерческое видео, ввиду того, что эти колонки у меня не первый раз. Вот, и я хочу сейчас сразу после них включить Onkyo Monitor 2000. Вон они стоят, без икса, для того, чтобы сравнить свои ощущения. Хотя они мне заранее известны. Ну, как сказать, из опыта, да? Но хотя надо все сравнивать. В общем, по косметике колонки не супер, то есть они с одной стороны как бы целые, в воде не были, ничего там прям сильно там никуда не падали, ну такие, знаете, это со следами времени, хотя опять же головки почистили, вот эти вот корзинки полирнули, на низкочастотниках корзины покрасили, постарались цвет подобрать максимально близко к родному, ну считаю, получилось довольно неплохо. Тем более, что здесь-то это не покраска, а анодирование с таким эффектом золотого напыления. Вот. Ну, в общем, для эстетов эти колонки не пойдут по состоянию. Есть на них огрехи, хотя, как вы видите, в общем и целом-то что, они, ну, тоже вид имеют, держатся. Сетки что-то я прошляпил, и помощник мой их не почистил. Они не идеально целые, вот есть тут косячки, то есть их в идеале-то может даже и перетянуть. Ну, можно для начала хотя бы почистить. Сами рамки целые, шильдики на местах. Что касается звука этих колонок, почему я вот включил Yellow, потому что, ну, такие колонки, знаете, энергичные, я бы сказал. Вообще я включил, когда и... А вот в голове сложилось концертный звук, знаете, вот такое вот впечатление от этих колонок. Что можно сказать точно, что эти колонки не для того, чтобы играть тихо, но об этом я опять же говорил 500 раз. То есть эти колонки любят громкость, то есть на тихой громкости у них появляется некоторый дисбаланс и остаются только высокие. Ну, условно, да, вот сейчас вот играет. То есть от низкочастотника не слышно вообще ничего. Вот. Хотя он, конечно, там чуть-чуть шевелякается, если его потрогать. Кстати, да, подвесы мы здесь поставили тканевые в этот раз. Это вот где Петр Зоднев, кто знает, кто в теме. Но он, к сожалению, в том году, по-моему, умер, погиб, уж не знаю там обстоятельств. В общем, восстановили производство. Вот на его мощностях, скажем так, эти подвесы изготовлены. Вот, так что, резюмируя, значит, этим колонкам определенно нужен темный усилитель, потому что они сами по себе излишне яркие. Надпись «Монитор» здесь, на мой взгляд, опять же, говорит о том, что они
довольно яркий и несколько суховатый по низу. То есть, несмотря на свой грандиозный такой монументальный вид, большой низкочастотник 34 сантиметра, у них бас есть определенно. И он даже как бы такой, если в композиции он прописан, такой, чтобы инфра, вот он там есть прям такой вот, знаете, ну, короче, классные впечатления. Но этот бас оттуда надо чем-то доставать, друзья. То есть, как бы просто так оттуда он сам не вылезет, да. Вот, то есть нужен хороший усилитель. В принципе, если по бюджету, да, то есть Yamaha A2000, причем у меня как бы в продаже нет. Но я говорю о том, что вот с этим усилителем вяжется. У меня были клиенты, которые приобретали Yamaha A2000 и Onkyo 2000X. Монитор 2000X и в щенячьем восторге. То есть, но опять же, тут, знаете, мне кажется, на мой взгляд, то есть эти колонки можно отнести к колонкам не аудиофильским, условно говоря, к, ну, к среднему потребителю, но, с, во-первых, с квадратурой. То есть здесь однозначно расстояние слушателя от слушателя до колонки должно быть не менее 3 метров, а лучше, наверное, даже и все 4. Ну, то есть, комната должна быть, ну, там, от 20 квадратов, не меньше, да, и с возможностью, и с желанием прослушивать на довольно высокой громкости. Они позволят создать атмосферу концерта, то есть, большого звука. На концерте, как правило, звук, он также не аудиофильский, он именно громкий, сочный, мощный. Вот здесь он есть, но он, опять же, с определенной громкостью появляется. То есть, тихо такого не случается. Вот, ну, пожалуй, наверное, я и все сказал, поэтому так на прощание еще чуть-чуть включу, а хочу отснять 2000-е и скажу, чем они будут по звуку отличаться. Вот. Ну, предварительно 2000-е мониторы без икса, у них мощность поменьше, по крайней мере, у низкочастотного. Вот у этих, по-моему, 100 ватт, у тех 80 ватт, что-то такое. Вот когда разобранные динамики лежали, я смотрел, что там написано. Вот. И пока еще подвесов не было, то есть я полноценно 2000-е мониторы и не слушал даже. Мне показалось, здесь же, видите, материал высокочастотника и среднечастотника, плазма-нитрид диафрагм, да, то есть, ну, возможно, это титан, но вот определенная, обработанная определенным образом. А там, вероятно, ну, скорее просто титан, вот. И те как-то, ну, попримитивнее, может быть, будут звучать по высоким и средним, но это не точно, надо все проверять. Вот, а здесь, в общем-то, все ярко, четко, сочно, хай-файно, но вот как раз для тех, кто любит какую-то вот излишнюю такую яркость, насыщенное звучание. То есть не по-аудиофильски. Вот, ладно. Давайте закончим этот обзорчик. Так, что там все? Да, извиняюсь, что прерываю ваше прослушивание. Это диск группы Yellow, записанный тоже Андреем Агеевым. Мог бы и не говорить, но понятно, что там пластиночку слышно, да, то есть это винил рипы с пластинки. И знаете, я слушаю такой, думаю, блин, у меня же есть диск Ariga Yellow, ну там с другими треками, но некоторые повторяющиеся. Я его взял, вон он лежит, и знаете, вот этот мне больше нравится, как звучит. Там как-то более такая худосочная запись. Может, более правильная, конечно, но вот, по крайней мере, этим колонкам такая правильная запись не нужна. И еще последнее, значит, у меня, видите, у меня источники такие уже ближе к аудиофильским. Можно их отнести, что Sonica R3, что Denon S1. Вот, а они, как сказать... Ну, они не тоненькие. Ну, короче, вот когда я в гости ходил к Денису, да, то есть у меня, в принципе, есть и 5.5.7 на мультибитах, но немножко не тот звук. Вот у Дениса, у него вот этот Marantz, по-моему, 94-я модель, если не ошибаюсь. Он вроде как на Philips'ах 1541. И вот там такой немножко глуховатый, такой жирный звук. Вот, возможно, здесь тоже еще нюансик такой, что
источник сюда более глуховатый, менее, так скажем, насыщенный верхом и с более таким жирным, могучим низом, может быть, тоже благотворно бы повлияло на звучание этих колонок. Но проверить такой возможности нет. Можно было бы, конечно, сюда ЦАП R1 присунуть, но мне, честно говоря, лень, и вот пока некуда вот это все убирать, поэтому пока так. Теперь точно все. How much I love her games.